Форензика. Цикл комиксов о расследованиях финансовых преступлений и корпоративного мошенничества от компании «Эксперт-разведка». Я не понимаю, почему при тех же объемах выемки песка у нас растут производственные расходы. В итоге прибыль становится все меньше. Может, воруют песок-то? Это же не золото. Воровство полностью исключено, так как наш маркшейдер проводит регулярные замеры с помощью тахеометра. Все всегда сходится. Форензика, разберитесь, в чем причина наших растущих производственных расходов. Да, и еще. Вчера звонил один из наших покупателей и благодарил за скидку. Мистика какая-то. Сейчас сезон продаж, и мы не делаем никаких скидок. Мы поставили очень серьезный учет и систему внутреннего контроля. Да у меня, у нас, ни одна мышь не проскочит. Для проведения финансовых расследований, или, как их еще называют, расследований корпоративного мошенничества, у нас есть целый арсенал высоких технологий. Для начала мы сделаем замеры карьера с помощью 3D-лазерного сканирования. Эти замеры мы повторим ровно через месяц. Гениально, Форензика! Ведь сравнив показания в начале и конце месяца, мы сможем понять точный объем выемки песка за месяц. Здесь мы с помощью лазерного сканирования также замерим объемы песка в буртах сейчас и через месяц. Форензика, меня зовут бухгалтер Филипп. Здесь данные по нашим складским остаткам по состоянию на сегодня. Через месяц я подготовлю для вас обновленные отчеты. Форензика, вы говорили, что погрешность измерений с лазерным сканированием не более 1%. То есть можно будет узнать точный объем песка в буртах. А что дальше? Что вы надеетесь найти в моем корпоративном компьютере? В пасьянс-косынка хотите поиграться? Что же я, идиот, оставлять следы на компе? Я все тщательно затер. Наши технологии в области компьютерной криминалистики помогают восстанавливать даже файлы, которые были удалены. Мы сопоставили наши замеры выемки песка в карьере, а также объемов песка в буртах с данными в ваших отчетах. Каждая десятая тонна добытого песка проходила мимо вашего учета. Тахеометр, который мы используем обычно, дает погрешность 10%. Мы никак не могли проконтролировать отклонения, обнаруженные форензикой. Среди удаленных файлов на компьютере Манагера мы нашли липовые накладные от имени компании «Песчаный край». То есть Манагер отгружал ваш же неучтенный песок вашим же покупателям по чуть более низкой цене. Меня зовут адвокат Борзый, я коллега форензики. Покупатели из-за схожести названий «Песчаный край» и «Песчаный рай» были, как и вы, введены в заблуждение. Они согласились выступить свидетелями по вашему иску к Манагеру. Если бы не вы, то я так бы и продолжал платить десятину от всего объема выемки песка. Да, какой-то райский налог получался. Мы будем сканировать ваши объемы выемки песка на периодической основе. Теперь уж мы точно можем гарантировать, что у вас ни одна мышь не проскочит. Форензика. Цикл комиксов о расследованиях финансовых преступлений и корпоративного мошенничества от компании «Эксперт-разведка».